Чистая работа вновь отправляется в путешествие во времени. Скоро мы создадим в Подмосковье уютный и изысканный интерьер, словно из времен первых российских императоров. Пока у нас идут отделочные работы, дизайнер Вера Плеханова прибыла в художественную мастерскую, чтобы понаблюдать за изготовлением рамы для зеркала, которая появится на нашем ботике Петра. Изготовление декоративной рамы – многоступенчатый процесс. На подготовленную раму наклеивается слой патали. Это тончайший лист металла, имитирующий серебро. Как только изделие просохнет, художник начинает наносить на деревянную раму цветочный орнамент и изображение тропических птиц. На следующем этапе рисунок покрывается лаком. После просушки наносится еще один слой лака, на этот раз кракелюрного. Этот слой сушится при помощи фена, и за счет разницы температур как раз и появляются благородные античные трещины. Когда кракелюрный лак высохнет, а это всего 10-15 минут просушки феном, пора втирать в трещины специальную краску. Достаточно просто нанести ее поверх всего рисунка, затереть тканью, а затем полностью удалить с поверхности изображения. Таким образом, краска останется только в трещинах и придаст изделию состаренный вид. А вот и результат долгого труда художника Екатерины Савельевой. Зеркало в великолепной раме. В художественном решении этого зеркала использовался мотив белых пионов на серебряном фоне. За основу он был взят не случайно, так как графическое сочетание светлых пятен пионов и нейтрального, но изысканного серебряного фона не спорит с окружающим интерьером, а гармонично дополняет его. Итак, все готово! Не зря говорят, что окружение красотой рождает в душе чувство прекрасного. Мы создали не просто комнату, в которой будет приятно нашим героям и их друзьям, мы создали нечто большее – настроение. Тонкий, изысканный аромат ушедшей эпохи. Ремонт – это не событие. Ремонт – это процесс. Его достаточно сложно начать, но еще сложнее – закончить. Но кто сказал, что мы боимся трудностей? Это была программа «Чистая работа». И я, ее ведущий, Егор Пирогов. Мы увидимся с вами ровно через неделю на канале РЕН-ТВ. Пока!